activated. Не будет!
Майкл, как слышно? Цера сообщила мне частоту твоего кома. Мари, ты в порядке? Да, в отличие от многих других. Мириэна передала тебе координаты места встречи? Передала. Я уже в пути. Хорошо. Мы уже почти на месте, но долго тянуть нельзя. Империя не дремлет. Примчусь как можно скорее. Эй, беги! Я тебя слышу. Дай взглянуть. Здорово. Что там, Биди? Держись рядом, Биди. Они, похоже, быстрые. Да? Дай взглянуть.
С помощью этого Вуки наблюдал, как империя порабощает его народ.
Мари, как слышно? Я у теневых земель, рядом с упавшим шагоходом. Это кто его подбил? Это врага! Кто-нибудь еще, атакуйте его! Получай! Он продолжает останавливать воздушки. Поддержки ближнего боя больше нет. Стреляю! Берегись! Это невозможно! Хочешь заглянуть? Хорошо, беги. Что это?
Возвращаемся! Мы почти в теневых землях! Чем-то пахнет. Что за запах? Да тут весь лес живой. Это не обсуждается. Покинуть Кешейк – наш единственный шанс на выживание. Я не оставлю Вуки. И приму всех, кто не хочет улетать. Тогда останешься здесь. Отряд, выдвигаемся! Идем. Мы найдем Тарфала. Пора в путь. Надеюсь, Гриза они не напугают. Есть что-нибудь интересное? Тебя обнаружили! Ну, наконец-то, соперник! Thank you.
Достань меня, трус! Это будет быстро! Всем частям отступать! Мы вас прикроем! Раз видел что-то подобное. И я нет.
Эти деревья. Здесь повсюду сила, я это чувствую. Там мы должны встретиться с Тарфулом. Вы прорвались. Это вождь Тарфул. Я здесь по заданию Эна Кордовы. Он искал артефакт Зефа. Найдя его, мы сможем спасти джедаев. Кордова обрел мудрость на вершине первого древа. Ищи ответы там. Большое. Даже не знаю, откуда начать. Что ж, возможно, ты найдешь путь через корневую систему. Но большая его часть под водой. Возьми эту маску. Спасибо. Что вы собираетесь делать? То, что можем. Продолжать бой. Удачи. Надеюсь, увидимся. Что произошло между тобой и Со? Мы с ним не сошлись во мнении. Он думает, здесь мы проиграли. А ты? Я не оставлю Вуки совсем одних. Что если Со прав? Что если Кашиик не отвоевать? Империя зиждется на страхе и безразличии. Объединяясь, мы бросаем вызов ее существованию. Война далека от завершения, но важно продолжать сражаться, даже если исход неизвестен. Почему ты стала партизаном? Я была топографом. Путешествовала по аграрным планетам, составляя их карты. Это же интересно. Работа моей мечты. Потом республика стала империей. Бедных, по сути, превратили в рабов. Было невыносимо сидеть сложа руки, поэтому я начала борьбу. Побольше бы таких людей. Империя не отнимет у нас сострадания. Давай-ка посмотрим.
посмотрим, что ты нашел. Даже Тарфул не мог их сдерживать. Они не остановятся, пока всех не уничтожат. Отлично.
От этих штук мурашки по коже. Эй, ну что ты говоришь? Готовься! Попадание! Побери! Нас к такому не готовили! Пришлось выстрелить! Эй, Биди, что это? Что там, Биди? Там было что-то интересное.
Как думаешь, если бы мы не вмешивались, империя бы также обрушилась на Кашиик? Джедаи должны быть символом надежды, а я привел сюда Инквизицию. Мари и Тарфул доверились мне, а я снова подверг их опасности. Вы гляньте! Крысёныш с Браки играет в джедая! А я сказала Гранд-Инквизитору, что ты усвоил урок и больше сюда не сунешься! Ведь мы растоптали ваше жалкое сопротивление! Приятно ошибаться! Thank you.
Что это такое? Девятый, нужно связаться. С другой стороны, она прослушивает переговоры. Не будем упрощать ей задачу. Thank you.
Думаю, Гризу оно понравится. Главное, чтобы не выросло слишком высоким. Поколениями вуки совершали паломничество к вершине. Древо направляло их. Мы не знаем, опасна она или нет. Это она сбила истребитель девятой сестры. Вставай, еще раз. Я все время падаю, учитель. Вот как? Хорошо. Падай опять и поднимайся снова. Только так ты научишься. Не позволяй своему эго и отговоркам встать у тебя на пути. Отпусти то, что боишься утратить, и соберись. Ну, еще раз.
Теперь прыгай сюда. Ты справишься. Надо просто не сдаваться, Беди. Пока мы не сдаемся, у нас всегда есть шанс. Наконец я пришел к тому, что было до истребления. До смерти мастера Топала.